Юбилейная медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Учреждена указом президента Российской Федерации от 4 марта 2009 года. С 7 сентября 2010 года медаль не является государственной наградой Российской Федерации. Юбилейной медалью 65 лет победы в Великой Отечественной войне награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах вооруженных сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в вооруженных силах СССР, лица, награжденные медалями за победу над Германией, за победу над Японией, а также лица, имеющие удостоверение к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне, либо удостоверение участника войны. Труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы войны, орденами СССР и медалями. Лица, проработавшие в период с 22 июня 41 по 9 мая 45 не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Граждане иностранных государств, не входящих в Содружество независимых государств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах вооруженных сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в победу в войне и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали 60 лет победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная медаль изготовлена из томпака, имеет форму круга диаметром 32 мм. Данная медаль на данный момент оценивается около $2 США. Больше информации вы можете узнать, посетив наш интернет-магазин редких и уникальных монет и наград царской России и СССР. yarkoshop.com. Также вы можете узнать много нового, посетив наш блог «Мир коллекционера» coinsrussia.blogspot.com. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.